Суд вынес приговор лжесвидетелям по делу Ефремова. Сивана Бадасяна признали виновным в том, что он дал ложные показания в суде. Его приговорили к 1 году исправительных работ. Другой свидетель, Александр Кобец, также признан виновным в даче ложных показаний, получил 1,5 года. Третий свидетель также получил 1,5 года. Вот так. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И будете в курсе всех событий, которые происходят в нашей стране.